Вот и пришло время для финальной серии нашей любимой репки. Что ж, приятно было поиграть, как говорится, с катертью дорожка и попутного ветра тебе в сраку. И все дела остальные вот эти вот сами понимаете. Ну а что еще сказать? Всем приятного просмотра и как всегда, досмотрите это видео до конца. Собственно, вот и мы. Ё-моё, игра такая классная на самом деле. Я сейчас посмотрел в монитор и... Оказывается, можно смотреть в монитор, когда играешь, а не в носу ковыряться. Что нам сказал Лимон? Лимон нам сказал, что вот за этим деревом есть люк, через который мы сможем попасть к нашему говноеду. Собственно, чё, давайте начнем. Секундочку. Алло. Да, я дома. Ты чё делаю? Овощи собираю. Я знаю, что у нас нет огорода. Нет, мам, я не наркоман. Я в компьютере сижу. Пока. Так, я снова здесь. Братья позвонили, сказали, что на районе ходят всякие странные люди. Надо будет разобраться, сходить там. У меня пистолеты в шкафу уже запылились. Но это, ладно, неважно. Давайте продолжаем. Собственно, мэр Лукас. Место между собойчиков мафии. Да, опасное место. Так, я помню, как играть примерно. Нет, не помню. Все, вспомнил. Это надо опять все поджигать, да? Ну давайте, я не против. Гори оно все синим пламенем. Чё? Я никогда в жизни не успею добежать туда. А как я должен... Я не понимаю, как я должен загореться. Как я загореться должен, я понимаю, но как я должен успеть пробежать туда? Нет, это нереально. Побежали сюда нахер. Мы овощи, учиться писать. Мы иметь большой мозги. Репка точно имеет большой мозги. Так, а что тут? Базовый английский для совсем тупых. Налоговое издание. Марш Уилсон. Это даже мне не пом... Ну, собственно, даже это мне не поможет. А я могу сделать два порта? Все, это игра изи. Это изи гейм. Делаем вот так. Мозг. Ой, да, мозг. И вот так. Поджигаем свою задницу. Телепортируемся и поджигаем. Вот, все, репка. Молодец. Так, вот это тыква, которую я могу двигать. Насрать мне, что это не тыква, хватит. Оп. Вот. А, тут и кто-то по такой же схеме. Че париться? Да? Да. Делаем вот такую вещь. Оп. О, дебил. Ну, я такой. Да я тупой инвалид. Может, я не инвалид, но я точно тупой. Бывает иногда, извините. Что-то... Говном здесь пахнет, я чувствую. Вот это я даун. А я могу лопат... Ну все, пока. Я не понял, что делать пока, поэтому я пойду спущусь вниз. Хотя не хотел этого делать. Что? Это что, лабиринты? Что это? Горькая правда. Манифест мэра Лукаса. Мэр Лукас много чего скрывает о себе. В чем вообще смысл такой мафии? Я хочу богатств, а от этих радисок ничего не добьешься. Я много узнал о людях и их правительстве. Может, пора создать свое? Вдруг мне удастся убедить Дона. Дон — это наш папа, который уже... Ну, его сожрали, короче. Всем пока. Это хата Дона... Ой, это хата Лимончика, старого нашего, который чуть-чуть буквально еще он откинется. Слева была хата Лукаса. Список мишеней. Чет, Мари Нози, генерал Виноград, моя женушка. Шутка. Лимончик-то с юморком. Короче, вот справа хата Лимона, слева хата Лукаса, а внизу, наверное, нет, внизу не хата Дона. Куда мы идем вообще? Ё-моё, здесь ядерная бомба! Аккуратнее. Благодаря исследованиям мы выяснили, что существ, населявших планету до нас, уничтожили эти устройства. Мы должны ликвидировать их ради светлого будущего. Попрошу Лукаса позаботиться об этом. Дон. Вот так? Вот так? Так, а теперь надо бы подумать. Головой желательно. Сложно, ребят. Ну я тупой, я же мог реально пройти. Так, это небось... Ой, это по-любому хата нашего папочки, Дона. Смотрите, целая семья репейников.
репок. Чё там в письме? Ой, это мне письмо. Сын мой, если ты читаешь это письмо, значит мое тело уже превратилось в гниль. Я оставил все имущество тебе, но боюсь, мэр Лукас захочет свести со мной счеты и после смерти. Прошу, береги себя и имени. Семейство Репионе. На тебя вся надежда. Жаль, что я не увижу, как прорежется твой второй листик. И не смогу научить тебя правильно держать лейку. Знай, я буду очень скучать. Уверен, ты станешь самым грозным гангстером и не опозоришь род Репионе. Уничтожь это письмо после прочтения. Налоговики не должны его увидеть. Твой любимый папа, Дон Репионе. Порвать так порвать. Все, я тут босс, я гэнгста. Гэнгста, гэнгста! А теперь вот так. И обосраться. Ёб твою мать, я придумал еще лучше. Вот так. Ёпта, почти все сломалось. Вот, а теперь, вот так, и я снова дебил. Репка, не тупи, ты же гэнгста, да ёб твою, блять, извините за мат, я азамат. Теперь точно все получится, потому что, вот, я прошел туда, куда мне надо. Я пришел к мэру Лукасу. Что, считаешь себя самым умным? И как же ты так быстро сюда пробрался? А вы чего стоите, тупоголовые редиски? Хватайте его! А, редиски меня бить хотят. Это не нормально. Ой ты, гири меня огрела, редиска, иди отсюда. Что это? У тебя что, пюре вместо мозгов? Ты понимаешь, что это классифицируется как нападение с избиением? Да как-то, знаешь, ты мне... Посрать вообще, я гэнгста. Бищ! Ну все, репчик, я сыт тобой по горло. Гнить тебе в подполье! Прогнившая политическая власть, трансформируюсь! Прогнивший лук обезумел от всех... Кто ты? Ну я понял, кто ты, ну что... Ох, это ненормально, чувак, ох, это ненормально. В больничку бы тебе на самом деле. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! У него вилка огромная. Фу, обливался, скотина такая, а! Уйди от меня. Оп, оп, опа, очко загорелось. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Жри пиццу, рыгай на здоровье. Только не дай себе... Блять, вилка, я тебе чё, еда? Ну так-то да. Лузер, Ай, спасите меня. Я что тебе? Ах ты тварь, я не такая. Я жду самурая. Стой, я похаваю. Ох, как хорошо. Ой, беги, репчик. Жри. Да ты... Ай, не попадаю лопаткой, реально детская. Чтобы в какашках ковыряться собачьих максимально, что она может. Нет, А, я выжил. Чуть-чуть поджег мне задницу, конечно. Ну ты, конечно, да, молодец. А я репка. Оп. Как же так вышло? Как сын моего заклятого врага смог одолеть меня? Может, ты и совладал со мной, но следы правительства, что я создал, продолжат существовать в документах, которые ты не нашел. Это была чистая победа, я даже пиццу не похавал в этот раз. Взорвался так взорвался, пернул так пернул, вообще красава. Документ на владение имуществом настоящим утверждается, что теплица принадлежит репчику, мэр Лукас, мэр и глава правительства. Порвать. Все, мы прошли репку, и это заняло всего вообще мало времени. Я бычок подниму, горький дым затяну, покурю и полезу домой. Не жалейте меня, я прекрасно живу, только кушать охота порвать.